Короче, странно. Да нам один хуй никто не верит, блядь, что такое. У них-то такого в жизни не происходит, блядь. И поэтому они считают, что мы это, как сказать. Shut up and sit down. Вас всегда кто-то видит. Подтверждаешь эту теорию? Да. Так что как ни крути, оно так и есть. Да. Вон там товарищ стоит, если его видно. Как я говорю, всегда вас кто-то видит. Ну да. Они за этими деревьями. Опа. Еще один. Ну да. А я тебе говорю, Лёха, наверное. Лёха? Не Лёха? Дожди. А я говорил, вся Лёха подъедет. Вон там, в лесу, какой-то человек. Опять же, возвращаясь к моей теории, вас всегда кто-то видит. От этой штуки никуда не деться, да? Видите, вот так вот. Вроде идешь без палева, а тебя все равно кто-то видит всегда. И как ни крути, какой-то заколдованный круг. Вон этот мужик поехал. Я потом на камере просто приближу. Он, знаешь, за что переживал? За свой этот мопед, когда нас увидел. Я думаю, что он так нас увидел и сразу занервничал. А что ты мне не сказал? Так я говорил, ты не слышал. Ну ладно, суть не в этом. Это не ребенок с отцом, который нас, бля. Вот опять. Че он тут ездит, блядь? Да. Ну, да. Это не та дорога, где обычно мы ходим. И у нас всегда мотоциклист, блядь. Заебала эта хуйня вся. Мужик только что на мотике проехал. Он уже третий раз мы его за сегодня видим. Да? Два раза он проехал, пока мы с Мишей говорили. Я внимания не обращал. Вот сейчас он третий раз проехал. Так что такое-то. Ну сейчас посмотрим, сколько тут их чего. И это. Ну да, что-то, кстати. Вот, вот как раз он ходит вот по бывшей деревне. А те там что засуетились? Кстати, да. Так, выключу лампочку, потому что могут быть ценные кадры.